Ребят, всем привет! Появилась продажа «Всякая всячина». Значит, перед просмотром видео подпишитесь на наш канал. Те, кто еще не подписан, подпишитесь, да. И, извините, короче, охрип, но заложило. Херово чувствую, но тем не менее. Не надо там типа, ой, что ты разжаловался, там все дела. Типа, чтоб там типа подписались. Ребят, все подписываемся только по желанию. Все, кто сильно-сильно, прямо аж чересчур вот свербит в одном месте, прямо вот аж злость берет, не стоит подписываться, нам такие не особо интересны. Поэтому сидите со стороны там и пукайте. Подписывайтесь только те, кто действительно хочет постоянно просматривать наши ролики и участвовать в них, писать в комментариях, бронирую товар по вашей цене или, в принципе, торговаться можно. Поэтому, ну, опять же, скажу так. Тот, кто торгуется, это не 100%, что вы можете забрать данный товар. Потому что после вас вы поторговались, типа мы написали хорошо. А после вас в течение ночи, да, там, увидел другой пользователь данный товар, такой же, как вы увидели и поторговались. Но он написал, я заберу этот товар по вашей цене, без торга. Значит, он заберет без торга по нашей цене. Вот, короче... Как-то так. Помните о том, что торговаться можно, это риск, но вы либо возьмете ее по низкой цене, либо вообще не возьмете. Тут два варианта. Подумайте, как вам лучше поступать или вообще не заказывать. Ну, короче, это лично ваше дело. Смотреть, участвовать, заказывать, не заказывать, это лично ваше дело. Также точно и ставить лайки. Если понравилось видео и вы от души поставили лайк, это классно. Если, ну, вот не хотите такие лайки, типа, на чё, чё там ему ставить? Не надо ставить, не стоит так лишний раз себя мучать и напрягать, собственно, свой организм. Значит, короче, ребят, если буду чихать, ничего страшного, вы не бойтесь, все нормально. Как говорится, мы начинаем. Значит, перед нами... соковыжималка. Вот с таким здоровенным. Вот таким диаметром дырки. Здесь, короче, да черт его знает. Ну, наверное, 7 сантиметров. Где-то так. Короче, она абсолютно новая. Это типа, знаете, да, маэстро, там все дела. Ну, типа там, да. Недавняя такая модная фирма. Вот, короче, можно глянуть, что да почем. Наша цена на данную вещь всего лишь 3000 рублей. Естественно, можно рискнуть, поторговаться. Возможно, заберете дешевле. Короче, она абсолютно новенькая. О ней рассказывать больше, ну, просто нечего. Убираем ее со стола. Кстати, сегодня не будет такой слишком большущий обзор. Товара очень будет не так много. Поэтому хочу сказать, почему. Почему, кстати, немного товара? Потому что, давайте так вот ее в сторону просто сдвину, нафиг, чтобы не разбить. Почему? Потому что у нас, короче, завтра, это суббота, мы завезем, который вывезли... Так все быстро говорю, и чтобы это, и вся информация, и вроде как и ни хрена непонятно, короче, сглазили, наверное, меня походу по полной. Значит, завтра, в субботу, мы завезем... ткани, те, которые у нас висели, мы их, короче, вывезли, теперь будем завозить, завезем. Завтра, это суббота и воскресенье, у нас на данные ткани, там цена указана, та цена, которая была ранее, в принципе, да, и на эту цену мы делаем скидку 30%, ровно 2 дня, это суббота и воскресенье. Любой товар, который висит на тремпеле с тканями, сразу минус 30% от нашей цены. Минус 30%. Вот висит ткань, отрез 100 рублей, да? Все, значит, минус 30% это 70 рублей тканюха. Там шикарные вещи, которые много-много их там осталось. Вот, а во вторник будет видно, я там позакидываю ролики с новым поступлением тканей. Но там уже ткани будут немножко...
немножко уже по другой цене и особо без скидок, но можно будет торговаться. Но опять же, торговаться это не значит, что четко вы получите все 30%, а там как бы наберете на 1000, вот вам 300 рублей, опа, и упало в карман. Просто вот на ровном месте. А ткани там реально классные, поэтому суббота-воскресенье ждем вас в нашем скромном магазине с бабосиками. Приходите и не стесняйтесь, да, не стесняйтесь брать мешки, там, сумки, баулы, короче, забьем по максимуму. Ткани там достаточно много и есть что выбрать. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Вот, собственно, футболочка, которую мы уже практически каждую всякую всячину не пропускаем. Цена данной футболочки, это взрослая такая женская футболочка, цена ее 150 рублей, абсолютно новенькая. И идемте дальше. Вот было у нас вчера, значит, по 50 рублей. Это 80 на 80 наволочки. Вот такие две наволочки. 93-го года, по-моему. И 84-го года здесь ткань совершенно другая. Она такая мягкая, плотная, хорошая. 84-го года. Бирочка, все дела. Тоже 80 на 80. Вот, но по 75 рублей. Ну, вот так вот получилось. Поэтому их тоже две штучки. Вот, две таких. Кому интересно, приходите и приобретайте. Оставляем это все дело там. Так, идемте дальше. Вот это вот. Раз. 36 на 41. А вот это два. И вот это 3. Короче, ну их тут достаточно много. Короче, любое количество, которое вы хотите заказать, заказывайте. Все они идут по 10 рублей в круговую. Значит, вот так вот пара. Следочки. Абсолютно новенькие. 10 рублей за пару. Такие, такие и вот такие. Кому интересно, пишите и бронируйте. Это, ребят, без торга, тут уже как бы и дешевле некуда, поэтому вот так. Идемте дальше. Сковородка. Вы представляете, это, короче, тефаль. Вы представляете, тефаль, да, она немножко бушная, но не без этого, да. Вот крышка у нее. О, нет, крышки, кстати, нету. Нифига, крышки нет, ну и она тут и нафиг не нужна. Здесь немножко шатается ручка, ее можно подкрутить, там все дела. Она такая не сильно толстая, ну тефаль, она в принципе всегда думает только о себе. Поэтому давайте сделаем ее рублей 200, и она ваша. 28 сантиметров, 28, здоровенная, но бэушная, 200 рублей. Кому надо, блин, пишите в комментариях. Уже забыл, что хотел сказать. Дальше, абсолютно новая сковородка. Опа, раз так. Вот так вот все раз. Съемная ручка. Вот это не толщина стеночки. Это нафиг обманка. Короче, здесь, видите, завернули. И типа она толстая, нифига это не так, но видите, все красиво, абсолютно вот она новая, 28 сантиметров, без крышки и всего лишь 700 рублей. Можно в духовку жарить, парить, одной рукой, видите, да, все, ручка одета, без проблем. Идемте дальше. Значит, вот такой супер модный. Постельная. 100%, если верить тому, что тут написано, 100% сатин, семейный. Значит, вот так вот это все. Пододеяльник, простынь. А, два пододеяльника, простынь, две наволочки 70 на 70 и наволочка 50 на 70. Все вот так вот в таких цветах. Вот он весь абсолютно новый, семейный. И всего лишь 1400 рублей. Всего лишь. Кому интересно, пишите, предлагайте, торгуйтесь, все дела. Дальше. Вот такая тесьма,
Короче, вот, и, ну так, чтобы вы понимали, вот она вся вот такая будто. Тут немножко такой припыленная, да. Ну, не без этого, зато смотрите, как здесь все абсолютно. Это все новенькое. Вот такой здоровенный моток. Внимание, 200 рублей всего лишь. Здесь огромный здоровенный кусок. Ну, целая бухта, можно, да, там сказать. 200 рублей. Дальше. Очаровательная. Нашли, короче, вот такую дрель. Энергомаш. А, это даже ударная, ударная дрель. Короче, все. Вот что не рассказывать. Мощность ее. Ты... Нифига она такая не мощная. Короче, у нее всего лишь 540 ватт. 1250 рублей. И она ваша. Ну или там предлагайте свою цену. Вдруг ваша предложенная цена нас устроит, и мы напишем вам «забирайте». 17-дюймовый монитор. Так получилось, что он такой весь квадратный. 13-го года. Там так и написано. 2013. Philips. Все работает. Проверили. Вот. Никаких проблем с ним нет. Да, состояние БУ. Но ничего страшного. Цена его всего лишь 1500 рублей. Кому интересно, также пишите в комментариях, предлагайте. Советуйте своим друзьям, знакомым, близким. Возможно, вот такое кому-то еще нужно будет из ваших знакомых. Значит, вот... А, ну и все, в принципе, вот это убираем. Сейчас покажу, там у нас как бы есть клиенты, которые любят у нас... кожаные изделия, реально специально для пользователей таких, которые любят кожаные изделия. Смотрите, это, короче, куртка, да, но мы ее не продаем как куртка, мы ее продаем как кожа. Кожа, вот вы можете вырезать, срезать там, да, и пошить что-то, я так думаю. Кому может интересно, она у нас вот есть, можно прийти, все это пощупать в натуре. Короче, вот эта курточка 500 рублей. Кожаная курточка. Здесь вот видите, да, сзади достаточно такие широкие. Можно тут и сумку пошить, и кошельки пошить. Да все что угодно можно пошить. И дальше еще одна курточка. Вот такая курточка. Здесь видите узенькие такие эти, ну мягенькая кожа. Мягкая, да, такая хорошая, приятная. Вот, вот нежная кожа, а. Короче... 500 рублей, и она также будет ваша. Все цены у нас уже без торга, вот эти, то, что касается курточек. Говорим сразу уже окончательную цену, на которую, в принципе, уже торговаться, ну некуда просто. И вот такая кожа, немножко погрубее, может быть, кому-то тоже будет интересно. На самом деле, когда привезем ткани, развесим, это будет на вторник, да, я там запишу ролики, там будет еще висеть много всяких курточек кожаных. Вот, кстати, мягче кожа пошла тут, короче, какой-то в разнобой тут, шили-шили из того, что было, короче, получилась куртка, наверное, носили-носили, и в итоге, вот, короче, 500 рублей, кому надо, приходите и забирайте. Так, теперь дальше идем, вот это сюда, на всякий случай, чтобы... Это магазин, все дела. Вот так вот рекламка, да? Поехали дальше. Вот такие тарелочки, их всего 5 штук. Там в прошлых роликах были глубокие, побольше обычные тарелки, да? И вот они, средние тарелочки, но их всего 5 штук. Да, они абсолютно новенькие, вот такие очаровательные, но они всего лишь по 30 рублей за штучку. Вот их 5 штук. Поехали дальше. Вот такой молочник, шикарный молочник, между прочим. Что я сказал? Какой молочник? Масленка. Вот она, масленочка, все красиво. Сейчас покажу, что тут сзади. А сзади тут вот так вот все красиво. Короче, такая масленочка всего лишь 150. Ладно, уже пусть будет 150, хотел сказать 125. Ладно, пусть будет 125. Вообще настроения нет, ребят. Вообще ноги болят. Сейчас еще ткани будем возить. Ну, до ночи возить ткани. Вешать, чтобы завтра вам все было за минусом 30%. Все стараемся для того, чтобы вы могли приобрести все больше хороших вещей по хорошим ценам. Сегодня вообще была такая ситуация, ребят. Ну, такое впервые в жизни, когда нам пришли и предложили за данный там сервис германский. Просто... две цены. Просто вот пришли и сказали, короче,
Вы там назвучили цену, я даю столько-то, в два раза больше. И мы, короче, не знаем, что делать, мы звоним. Ой, короче, да ну, из-за этого все-таки настроение немножко говно. Хоть даже мы и продали дороже, но ощущение, знаете, какой-то вины. Ну ничего, мы разрулим ситуацию данному человеку, который нам уступил этот сервис, и мы продали его дороже. Мы сделаем хорошую скидочку. Короче, вот она кружка. Всего лишь 35 рублей советского образца, абсолютно новенькая, их 6 штук. И к ним вот такие вот тарелочки по 15 рублей за штучку. Кстати, вот еще салатник вот с такого же набора. Кому интересно, тот, кто брал раньше тарелочки эти два ролика назад, да? Вот такой салатник, всего лишь 100 рублей. Абсолютно новый, здоровенный. Здесь диаметр где-то по 20 сантиметров. Вот как-то так. А, молочник, кстати, там даже пользователь просил. Ну, не знаю, успеет, не успеет. Вот он, молочник, все красиво, такой же точно. Это второй, 40 рублей. Посмотрим, кто успеет его забрать. Короче, все. И вся всякая всячина. Еще раз напоминаю, по тканям, завтра это суббота и воскресенье. У нас на ткани, которые мы сегодня привезем и повесим на тримпеля, все на тримпелях ткани будут за минусом 30%. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. А, и обязательно поставьте лайк. Не надо обязательно. Че, я там сказал же, короче, поставить лайк, если вам понравится. Вот честно, если понравится видос, все остальное ни о чем, потому что не нужно там обязательно поставить или там, ну, как бы, да, подписывайтесь. Всем пока.